И всем привет, это обзор на маркер Молотов 411. Стоил он в районе 500 рублей. Ну, вообще это очень хороший маркер, довольно-таки компактный. То есть вот моя ладонь и маркер. На крышке у него такой типа принт Молотов. В комплекте идет два шарика для размешивания краски. Маленький его минус, то что он у него сложновато открывается колпачок. То есть, типа, не прям сложно, но такой. Маленькое усилие нужно приложить. Есть специальный вот, это, ну, типа... Тут нету наклейки, это чтобы, типа, смотреть, сколько у тебя осталось еще заправок. Германские маркеры. Плюсы их, то, что он вообще не течет. У него двухстороннее перо. Давайте вытащим. Давайте напишем что-нибудь. Вот это у меня просто он был не очень пропитан. Но вот, когда пропитан, хорошо пишет. Вот эта линия боковым пером, боковой стороной пера, а это полный. Перо у него 15 миллиметров. Ну, тут и написано 15 миллиметров. Маркер 411. Вот тут показано все. Давайте переместимся на улицу и просто покажу пару тежек. На. Короче, убил. Там идут. Там идут. Так, ну, Молотов мы обозрели и... Я решил показать вам этот солид, который я заказал вместе с Молотовым. Но это не как сказать солид. Это как бы маркер. Ну, не маркер, а типа восковой маркер для как бы чего-то типа работы, допустим, что-то выделять или типа того. Ну, я просто... Бюджет был небольшой, и я взял его. То есть я подумал, ну, протестить, сравнить вообще, типа, с обычным восковым маркером и вот с этим. То есть он полностью состоит из этого воска. И он просто обернутый в бумажку. То есть, типа, в которой она вся расписана. Ну, давайте сейчас мы сравним их с обычным. Так вот, я взял самый обычный восковой мел. А, мел, а не маркер. Ладно, ставим чуть стороночку. Давайте вот проведем линию, допустим, или тегнем.
Вот как у нас пишет простой, вот этот меловой маркер. Ну, не меловой, а восковой. И сейчас мы напишем то же самое, только вот этим уже. Так, ну, давайте проведем линию. Ну и давайте сравним. То есть вот этот солид, который я купил, и вот это обычный. То есть почти они ничем не отличаются, но он пишет, как бы сказать, чуть-чуть как бы поплавнее. То есть этот он пишет с небольшими пробелами. Это тоже, конечно, с пробелами, но не такими большими, как вот этот маркер. Ну давайте вот просто проведем легкую линию. Допустим, ну просто легкая линия. Очень. То есть одинаковые линии вообще, то есть если легко провести. Они ничем не отличаются, то есть вообще. То есть, ну, этот стоит. Он стоил в районе 200, то есть, по-моему, он стоил 180 чем-то рублей. То есть, тут, кстати, можно еще писать вот этим местом. Допустим. Вот. Ладно. Вот он стоил примерно 180 чем-то рублей. Ну, переплатить можно, если хотите, для такого маркера. То есть они почти ничем не отличаются. Плюс от того, то, что у этого его больше, тут пера больше, как бы, ну не пера, а самого воска. Ну, он как-то не ломается, как вот эти. То есть, конечно, их можно все просто взять, расплавить и сделать один большой. Но это немного нуторно, но... Куда ушел? Немного нуторно, но... Ну, может быть, того будет стоить. Ну, вот, в принципе, такой вот наш обзор. Это видео, по идее, должно выйти завтра. А то есть не завтра, а... Короче, 31 декабря. Ну, всех с Новым годом. Желаю вам научиться хорошо тегать. Кто не умеет, кто хорошо тегает, респект. Ну, попытаюсь выкладывать ролики почаще. А так, подписывайтесь. Нас почти... Сколько? Сейчас у меня на канале 139 подписчиков. Пока моя цель 150. Давайте добьем до Нового года хотя бы прям, ну, до ночи 100, давайте 140, ну, хотя бы чуть больше 140. Ладно, вот такой был обзор. Всем удачи, с Новым годом, пока.